Барнаул-Трансмаш разрабатывает и производит специализированные дизели и дизель-генераторные установки для Минобороны. Инвестиционная программа, которую разработали на предприятии, должна помочь выйти на еще более высокую производительность труда. К 2024 году здесь ставят задачу делать более 2500 дизелей. С началом спецоперации производство увеличили по гособоронзаказу. Но людей не хватает. На данный момент больше 1000 человек, хотя подвижки в этом направлении есть. В последнее время на заводе приняли 853 сотрудника. Алексей здесь уже полгода, перешел с другого предприятия. Меня здесь с работы товарищ, он позвал, сказал, завезли новое оборудование. Условия, да, здесь лучше. Зарплатная плата? Ну, нормально, если здесь работаю. Устраивает. Кстати, зарплата на предприятии выросла еще в 2022 году, причем на 23%. В конце года она составила почти 60 тысяч рублей. В 2023 ее снова планируют поднять, в среднем еще на 10 тысяч. Виктор Томенко поинтересовался у рабочих, довольны ли они условиями труда, и ответ прозвучал положительный. Губернатор поделился с коллективом и тем, что накануне принимал участие в заседании Президиума Госсовета, где обсуждали развитие промышленности. Наши предприятия сегодня наращивают и наращивают объемы производства промышленные прямо, я бы сказал, в разы в некоторых ситуациях. И то же самое уже делает и еще предстоит сделать здесь Барнаул-Трансмашу. Ну вот, для этого надо решить огромное количество вопросов. Ну, сегодня наш завод, сегодня часть большого Ростеха, понятно, вопросы инвестиций определены, больше 4 миллиардов за 3 года. Будет вложено. Виктор Томенко еще раз напомнил, что продукция завода сейчас очень востребована и надеется, что большой опыт предприятия и его традиции позволят выполнить планы, которые страна на него возлагает. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.